Со слов мамы пропавшего Нурлана Серикова, он ушел купаться вместе со своими друзьями на реку Урал 8 августа в 15 часов. В районе меловых горок популярностью пользуется дикий пляж. Туда и пошли ребята, чтобы охладиться. Это место всегда пользовалось популярностью у местных жителей в летний сезон. В этот раз также было много народу. Через час вернулись домой только друзья Нурсултана и рассказали, что он утонул. Нурсултан очень крепкий парень, физически развит, но он не очень хорошо плавал. Его друзья рассказывают, что они даже не заметили, как он куда-то отплыл и потерялся из виду. Потом мне рассказали, что кто-то пытался его вытащить из воды, но не получилось, потому что у спасающего возникли судороги. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поиски велись с 16 часов 8 августа, при которых было задействовано 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда и 1 единица техники. Водолазы проверяли буквально каждый метр дна реки, но поиски долгое время были безуспешны. 10 августа около 8 часов утра тело Нурсултана извлекли из воды недалеко от места трагедии. Хотелось бы предупредить и напомнить жителям и гостям области о соблюдении мер безопасности при купании на водоемах. Ни в коем случае не рекомендуется купаться в необорудованном месте, купаться в нетрезвом состоянии. При выходе на отдых на природу с семьей, с детьми будьте осторожны. Если есть маленькие дети, то не оставляйте их без присмотра. Сергей Уланов, Олег Писаренко, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.